А почему не сбивают не над городом, а на поле? Но, очевидно, испугались американцы. Одеться вся молодежь наша хочет. Ух, как! Я, президент, так не одеваюсь, как некоторые обычные молодые люди. У неподготовленного зрителя немедленно возникает ощущение, что фрак был взят в комиссионке, что он явно с чужого плеча. Росіяни влаштували істерику через вибухи в Білгороді 15 лютого, коли унаслідок недолугої роботи російської ПВО загинуло щонайменше 9 осіб, а ще 20 отримали поранення. І ось росіяни неабияк розлютував той факт, що ПВО збиває ракети над містом. Вони почали заявляти, а чому їх не збивають за містом, до прикладу, десь у полі. Деякі користувачі у мережі навіть заявляють про необхідність висунути претензії керівництву Росії. У мережі користувачі заявляють, що буцімто російські військові самі влаштовують трагедію, бо уламки збитих ракет завдають смертельних поранень. А чому не збивають не над городом, а на полі? Ну і зачем ПВО збивають ракети над городом? Потім такі трагедії. Третій год, як плачемося на жизнь, а спросити з бездарей і їх командирів в Кремлі – це ні. Как бы чего не вышло. Если бы ПВО не сбивало над жилыми домами, жертв среди населения не было бы. Ні, ну, звичайно, російське Міноборони традиційно звинуватило Україну, нібито в обстрілах Білграда. Ба більше, окупанти навіть заявили, що буцімто збили 14 ракет, які були запущені з РСЗВ РМ-70 «Вампір». Однак окупанти не врахували, що максимальна дальність роботи такої системи – 20,5 кілометра. На це навіть звернули увагу звичайні росіяни, які дорікнули російському керівництву у відвертій брехні. Ехали в машине, это центр города, ехали с администрации, ехали мимо ЖК «Париж». Начало греметь что-то в машине, думали, ну, что это может быть. Я думала, что, может, что-то отваливается, и машина сейчас остановится. Ехала я с мамой, мама открыла окно, посмотрела, что очень большие взрывы, сказала, бросай машину, это была трасса, мы остановились, бросили машину, даже не заглушила, ничего не сделала. Успела только поставить на аварийку, бросили ее с открытым окном, работающую. Около входа в нежилые помещения стоял парень, кричал, быстрее бежите к нам. Мы забежали с ним вместе в салон, девчонки быстро сориентировались, говорят, быстрее. Мы забежали к ним в санузел и стояли уже там до объявления. И уже когда мы там стояли, только-только началась ракетная опасность. Звучат сирены, МЧСки приходить. Вот. Так не пострадали, но машина брошенная. Мы, слава богу, успели забежать и было открыто. То есть никто не закрылся. И девчонки приветливо нас пустили. И мы стояли, ожидали, пока, по крайней мере, не закончится сирена. Закончилась сирена, мы уехали. Мы поехали в город. Мы уже в городе спрятались. Ну, уже на Харгаре. А ще в Білгороді окупанти згодом знайшли уламки власної ракети, але кажуть, що це не їхнє. А якщо придивитись на фото, видно напис «ФАБ-2Б». Це датчик лінійних прискорювань, що використовується у авіаційних засобах ураження РФ. Знову забрехались. Я люблю білгородське ПВО. А це ось кремлівська пропагандистка Скабєєва. Та вирішила припустити, що Росія зробила щось таке, від чого американці дуже злякалися. І це щось таке подібне до Карибської кризи. Ну, завжди ми говоримо чітко, що в ответ на агресію со сторони блока НАТО, в ответ на агресію со сторони США, тобто вооружену агресію, либо с применением ядерного оружия, либо с применением неядерного оружия. Вот как-то сразу протестно начинаем оправдываться. Нет, и объяснять, что мы ничего не сделали. Нет. И делать ничего не планируем. Ольга, и вообще мы не такие, мы белые пушистые, это американцы. Не белые, мы не пушистые. Так если бы произошедшее говорит об обратном. Мы своего рода заявили о том, что бесконечно барахтаться вместе с ВСУ на территории пока еще Украины мы не собираемся. Мы поступаем асимметрично и реагируем на угрозы из Вашингтона асимметрично. Отсюда такая истерика, отсюда такая паника. Мы не до конца понимаем, что именно предприняла пока официальная Москва. Но судя по реакции, нечто, что Вашингтон действительно от нас не ожидал. Это как в свое время Карибский кризис разрешился после
так называемой операции «Анадырь», когда взяли лыжи, надели шапки и пошли куда-то далеко в море. Пришли, развернули конверт, и оказалось, что идем мы куда? Что мы везем? На Кубу наши ракеты. Вот как если бы что-то аналогичное по масштабу происходило прямо сейчас. Я не знаю, база ли это в Никарагуа? Может быть, это ракеты в Мексике? Они вот утверждают, что это нечто, что мы предприняли в космосе. Но, очевидно, испугались американцы. И до вашей уваги сверхдержава. Це міст через річку між Бурятією та Забайкальським краєм. Звели його наприкінці 80-х. І це єдиний спосіб для мешканців перебратися на інший берег. Поруч стоїть залізничний міст, але їздити поїздом нікому не по кишені. Этот мост, негласно, но вполне заслуженно, нарекли самым опасным в России. И находиться на нем, а тем более ехать по нему, да еще и в тяжелом грузовике, действительно кажется чистым безумием. Это мост через реку Витим. Она разделяет два российских региона. С одной стороны – Республика Бурятия, с другой – Забайкальский край. А мост, вернее его подобие, эти регионы хоть как-то, но соединяет. Потому что на сотни километров вокруг иного способа попасть с одного берега на другой – просто нет. Так что этот мост – путь для самых отчаянных. Несмотря на свой жуткий внешний вид, не пустует никогда. Та ось ці пам'ятки, при погляді на які пробивають сльозу від гордості, треба було показувати пропагандисту Такеру Карлсону. І думка експерта модного приговора. Ще один диктатор Лукашенко каже, що одяг закордонних брендів може спричинити небажані наслідки для країни. Тож, якщо білоруська молодь одягатиметься краще за Лукашенка, то дуже швидко можна допригатися до України. І це цитата. Одеться вся молодь наша хоче. Ух, як! Я президент так не одягаюсь, як некоторі звичайні молоді люди. Називають ці імпортні бренди і прочее. Я таких не слышав. А если и слышал, так только за имя там бешеные деньги платят. Но наши нормально уже шьют. Нет, надо так. Никто не считает, сколько это. А если считает, сколько стоит, то предъявляют претензии. А мы не можем за эти деньги купить там тряпку какую-нибудь. А зачем тебе эта тряпка? Я приехал когда-то в Соединенные Штаты, богатейшая страна. Смотрю, миллиардер, я с ним встречаюсь там по инвестициям и прочее. Аккуратнее костюмчики, и почти все в помятых каких-то. Думаю, боже мой, такие деньги. А у них не принято. У них тогда, и уверен, сейчас не принято было выпендриваться, выпячиваться. А у нас уже сегодня молодой человек, он, если не оденется, ну я даже не знаю как телеведущий или теледива, где это надо, может быть, одеться. Он уже плохо живет. Поэтому молодежи надо откровенно об этом говорить, особенно студентам. Они же лучшие среди молодежи, они это должны понимать. Что же мы обманываем сами себя? Хотим допрыгаться до Украины? Поверьте, это легко. Вот еще один неосторожный шаг, и мы там. Кто-то отсидится? Нет. І оскільки росіянам телевізор потрібен для того, щоб дізнаватися про найважливіші новини, то модний експерт вже Кісільов розповів їм про складку на штанах короля Швеції, а ще про фрак Макрон. Взяв там в комісіонки, каже той. Вот официальное парадное фото с королевской четой. Дамы безупречны. Прекрасное платье хозяйки вечера, королевы Сильвии, выполненное из тафты моднейшего в этом сезоне пурпурного оттенка. Не хуже наряд и Брижит Макрон из ткани оттенка перванш. Перванш по-русски – растение барвинок со светло-голубыми цветками и легким серым флером. Так, чтобы подчеркнуть цвет глаз первой дамы Франции. Платье выполнено домом Луи Виттон, цена наряда не раскрывается. Перейдем к мужчинам. Сразу видно, что для короля фрак – спецодежда – что-то вроде униформы, которой он привык и чувствует себя в ней превосходно. Фрачная пара по плечам. На брюках одна складка над ботинком. По классике. Белый жилет выступает снизу под передней частью фрака на палец, как и положено. Фалды сзади до подколенного сгиба. Все остальное тоже безупречно. И совершенно иное впечатление производит французский президент.
У неподготовленного зрителя немедленно возникает ощущение, что фраг был взят в комиссионке, что он явно с чужого плеча. Ну, чомусь Кисельов ні слова не сказав про штани свого царя і про його підбори. А що таке? Друзі, на цьому все. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і чекайте наступний випуск.